Собачкам сколько сегодня? 14 дней, да? А глаза еще не открыли. Вот этот мальчик, о, уже дети открыли, а мальчик уже щелочки пошли, начинают. Ну да, сейчас скоро все откроют уже. И сиськи не отходят. Папаша прибыл, помогает. Первые шаги. Что это за морские котики тут, блин? Заморской котик такой, как человек прямо. Эй! Ну. Зося. Ну она чистит его. Зося. На. Зося. Рубильник, тыщи в гараже. Да вон писюн торчит, вроде, или что это у них, или девка это. А как, какая девочка, Наля? Маленькая самая девочка. И второй бысур маленький. Коричневый? Девочка. Нет, по-моему, черный больше, да, я. Липочки, а девочки. Это что, мальчик вроде, да? Это мальчик, вот он, писюн у него аж куда идет. Все. Вот а эти две шоу, девочки, глазки, да? Только начинает он открывать, а то девки две. А те еще закрытые глазки. Те открытые вчера еще были уже глазочки. И маленькая тоже. И маленькая манусечка, девочка тоже. Алименчик. Это папа пришел. Алименчик прибыл. Уши поджал, блин. Что ты уши поджал, а? Рекс, когда алименты принесешь? Нашкодил, а теперь воспитывай, нати. Кошмар какой-то. Папаша дело туго знает, да? Да. Пришел проведывать. Ну, навещает, видишь, кое-когда. Куда идешь? Нельзя сюда. Когда у мисочки кушанье хорошее есть, да? Вот. Все повылежит. Это он просто моет. Гены, бля, ничего. Она скажет, ей так молочко даете, мамочки. Да, эти растут басурмане прямо до самое. 2 недели сегодня. Ага. Пошли, удрал, все. Папаша надела. Удрал себе и все. Коричневую сиську тянет, аж оторвет. А то как мужик, он само здоровый. Ничего себе. Так а то девочка, ты видишь. Да ты ошиблась, по-моему. Ну у вас нафиг. Смотрите, идите. Да вот на свет отсюда. Да поймешь. А ну-ка. Они разные. Тут вот есть шот? Нет, вот он где аж. А это вон он, писюнчик внизу, девичий. Так это лохматый сильно он. Понимаете, они тебя разные. Совершенно. Или вот он пришел, писюн, ну, или этот. Еще не вечер, посмотрим. Да что там смотреть? Их же сразу видно. Девочку и мальчика. А кушать они, да, начинают сами уже в 15, да? Дней. По чуть-чуть. Бегать не бегать, но ходят. Тут имеется. Запасы имеются. Вот с 15 дней мы начинаем лопать. Все очень важно. Все идет. Переварим это все дело. И вот этими подкармливаем, потому что молока не хватает. Плюс к этим крупам жена еще добавляет бульоны всякие. Вот, то есть жидкое, все такое жидкое. И они кушают очень хорошо. Пакетик на место выложим, все пригодится.
время голодное, мы их не прокормим. Пора их определять. Так, отдам даром хорошие руки. Что, в хорошие руки налила, да? Да, в хорошие вот руки. Вот такая у нас. Отдаю красавица. Девочка Колесе. Девочка. Колесе. Колесе. Ну, поехала. Старобешивай туда. Привет, провожаю. Ух ты. Коля, Валер, прикрой. Сейчас я пойду. Пока, папа. Дожди. Пока. Давай. Старобешиво поехали. Тебя скоро в 12 часов заберу тебя, если на ладу заберут тебя. Ну вот какой он красавец. А ну-ка его. Ой, какой. Все, пошли мы. Этот куда у нас пока, поедет? На железнодорожный вокзал? Да, да, на вокзал поедет. А пока-пока еще ручкой сделай. Пока-пока. Вот такие. Пошли. Язык показывает. Ой, мамашу, отвлеките, а. Папаша тут рядом, Маша тут рядом. Зося, иди сюда, Зосенька. Идем домой. Увезли, Зоська. Иди, холёсенькая моя. Вот тетя, какая холёсенькая девочка. Будут их там кормить, воспитывать. Все будут мыть их там. Блин. Тебе проще будет. Выглядывай, день, манушки. Мама прибыла. Все, отдали. Хорошие, да? Молодята. Молодята. Понравилось. Да. Вольер есть, все есть. Вон, она его взяла, запах чужой, сидит. Вот так вот. Она, да не бойся, мы тебя не обидим, давай. Рассказала, как кормить, чем кормить. Да лучше сказала. Ой, я. Ну, а что ж ты? Ну, домой приедут, позвоню я. Забрали, она на руки его забрала. И паренек такой хороший, такой сейчас, скромный. Да они сейчас в троллейбусе плохо слышат. Приеду, да. Сюда лянь, смотрит кругом, нема. Ищет, где ищет. Ее дети, да? Да. Щенки. Кто ты, моя маленькая, что? Берем элементарно с холодильника, с нашего бедненького, капусту, камфорное масло. Будем мазать. И Зоська бедная. Так, это помажем чем мы наля... Дай-ка камфорное масло. Я не буду. Камфорное масло, да? Камфорное масло, оно размягчает. Вот, мы сейчас ее придержу немножко. Она у нас послушная девочка. Вот так, детишек отдали, бедная, молочка. Много у нее остается. Рано мы отдали. Надо до 2 месяцев держать. Вот, днем камфорное масло, а вечерком потом на ночь мои... Трусы оденем, как говорится, и капусту туда наложим. Капуста будет убирать воспаление. Их. И вот это в последних вот молока мало, да? В этих передних вообще ничего нет. 1, 2, 3, 4, 8 сисек у нее. Задние прямо надулись. И так еще более-менее. Вот такие. Вот молочи. Ну все. Вот она у нас послушная такая. Мы тебе капусту будем ложить. Капусту. Плавки я делаю, мамушки. И капусточку туда в середину положили, да? Там капусточка у нее, она обезболивает. Так, мама, давай-ка. И капусту положим, чтобы она лежала и капусту не трусила. Ага. Да. Порядочек. Вот, сейчас мы ее манушечку, нашу послушную девочку, хорошую. Массаж кончен. Все, Зосенька, иди гуляй. Конечно. Вон она пошла. Ну да. Ну, хреневец.
нормально.